Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также группы в Facebook. У нас сегодня на представлении монетки Югославии, которая будет продаваться в группе в Facebook. Ссылочка в описании, можно будет перейти, посмотреть и заказать для себя в коллекцию. Сейчас начнем быстренький обзорчик, просмотрим, что же у нас здесь предоставлены, вот эти вот монетки. Какие они, в каком состоянии. Итак, первая наша монетка, это у нас 5 пар. Фокус 1965 года, уртербристый материал, латунь, Югославия. Так, следующая наша монетка, это у нас 5 пар, монета 5 пара 1965 года. Есть на монетке еще подтверждение. Так, гурт ребристый. Вот. Это у нас обеговая монетка. Материал латунь. Так, следующая наша монетка, которая у нас здесь есть. У нас здесь две штучки. Это у нас 10 пара. Вот. Года одинаковые. 65-й год. Вот видно. Вот состояние, гурт у нас и там ребристый. Вот. Монетки с обихода. Вот таком вот, вот они состоянии. Материал латунь. Так, следующая наша монетка. Это у нас 20 пар. 20 пара. 1965 год. Гурт у нас в таком вот состоянии. Гурт у нас ребристый. Вот. Тоже обеговая монетка. С обихода. Вот материал латунь. Следующая наша монетка. Это у нас 50 пара. Тоже 1965 года. В таком вот они состоянии. Вот гурт ребристый. Вот. Надпись Югославия. Вот. Материал та же. Материал медно-мидцинк. Так, следующий у нас тоже 50 пар. Год у нас 1990. Такая вот монетка. Гурт гладкий. Материал мидцинк. Вот такое вот изображение. Следующий у нас 1 динар. 1 динар, 1953 год. Гурт гладкий. Материал алюминий. Вот монетка Югославии. Так, следующая наша монетка. Это у нас тоже две монетки. 1 динар. Соответственно, 74 и 75 год. Такое вот они состояние. Гурт ребристый. Вот. Материал медь, цинк, никель. Так, следующий у нас 1 динар. Вот. 1 динар 1984 года. Материал никель латунь. Гурт ребристый. Вот. То же самое изображение. Следующая наша монетка. Это тоже 1 динар 1990 года. Вот. Такое вот изображение. Гурт ребристый. Югославия. Материал мидцинк никель. Вот. Итак, продолжим наше видео. Следующая у нас монетка. Это 2 динария. Такой вот алюминиевый уже сплав. Год 1953. Гурт гладкий.
Изображение, как на всех монетах Югославии. Монета с обихода. Так, следующие у нас 2 динария. Вот таких вот. 2 динария 1973 года. Вот угурт ребристый. Состояние на видео вы сами это видите. Материал мид-цинк-никель. Так, следующая это наша монетка. Это у нас 1 динарий 1965 года. Их вот 2 штучки. Состояние на фото. Довольно-таки красивенькие, симпатичненькие монеточки. Гурт у нас ребристый. На этой и на этой монеточке. Вот. Республика Югославия. Это вот у нас тонкие монеточки. Следующая наша монетка. Это у нас 2 динара 1982 года. Гурт ребристый, материал никель-латунь. Вот. Такое вот у нас состояние. Так, далее у нас монеточка, это у нас 5 динарий. 1981 год. Такая вот целенькая монетка. Гурт ребристый, материал медь-цинк-никель. Такое вот шикарное коллекционное состояние. Блеск, красота. Продолжим наш видосик. У нас 5 динарии 1983 года. Наш фокус. В таком вот состоянии. Гурт ребристый. Материал никель-латунь. Такая вот Югославия. Так, следующая наша монетка. Это у нас на моей мини такие вот симпатичные монеточки. 10 динарий. Вот. 55-й год. Город ребристый. Вот. Республика Югославия. 55-й год. Вот такая вот симпатичная монеточка. Вот. Алюминий, бронза, материал. Следующая наша монетка. То же самое, в принципе, как бы серии. Тоже такая вот как бы для коллекционера интересная монеточка. На вид. 20 динарий. Югославия. 55-й год. Вот гурт ребристый. Республика Югославия, надпись. Вот. Алюминий, бронза. Такая вот симпатичная тоже монеточка. Фиговая монетка на то время, как бы уже коллекционная. Так, и еще у нас 50 динарий, алюминий бронза материал, вот ребристый, вот 55-й. Такая вот прекрасная монеточка. Кому надо в коллекцию, можно будет в группе в Фейсбуке заказать. Вот. И предпоследние наши уже монетки на сегодня. Это у нас 10 динарий. Вот. 87-й год. Гурт ребристый. И стандартная надпись сзади. Югославия. Медный никель сплав. Такая монетка в неплохом состоянии. Так. И вот такая вот у нас большая монетка. Вот 10 динар. Вот. 1981 года. Такая вот огромная монетка. Гурт ребристый. Надпись Югославия. Вот. Медно-никелевый сплав. Такая вот прекрасная монетка. Может пойти кому-то в коллекцию. Ну, кто хочет собрать себе монет Югославии. И последняя на сегодня монетка. Это у нас 50 пар. Пара 1983 года. Вот гурт у нас гладкий. Материал бронза.
Вот. Вот такая вот прекрасная монеточка. На этом будем заканчивать видосик. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться, поставить лайки, перейти в группу в Фейсбуке. Вот. Там. Просто ставим плюсик или пишем любой комментарий, и монетка ваша. Всем до новых встреч, всем пока.